Штраф заплатит расклейщик объявлений, задержанный в сортировке. Мужчину заметили участковые, когда тот развешивал рекламные листовки в неустановленном месте. 21-летний безработный в объявлении предлагал клиентам приобрести уголь у фирмы, принадлежащей его родному брату. Объявление полицейские изъяли. В результате против мужчины и компании, предлагавшей свои услуги, составили протокола об административном правонарушении. Молодому человеку, расклеивавшему объявление, грозит штраф в размере 1 МРП. А вот его брату, который попросил расклеить объявление, как юридическому лицу, выписан штраф на сумму почти 35 тысяч тенге. Напомним, размещать рекламу можно только на специально установленных для этого досках информации.